Всем здорова, с вами Найт, и сегодня мы поиграем в игрушку под названием No Man's Sky. Это игра не первой свежести, это уж точно, но мне в нее захотелось сейчас поиграть по одной простой причине. Я видел кучу каких-то трейлеров, то что кучу обновлений в этой игре сделали, чтобы она вышла вот в таком вот виде, в котором она сейчас у меня... Я надеюсь, то, что запустится, потому что мне показали логотип игры No Man's Sky, название, и вот как дальше камера летит, так все и происходит. Потому что я помню, как я играл на старте, на релизе в No Man's Sky, и там не было практически ни хера. И мне вот сейчас очень интересно посмотреть, что тут добавили, что тут изменилось. Но судя по трейлерам обновлений и даже дополнений, тут, мне кажется, будет до хера всего. Что я, скорее всего, даже запутаюсь. И у меня один вопросик. Один маленький вопросик. А у меня сейчас что-то прогрузит или нет? А, во, все, белый экран пошел. Так, начать инициацию. Меня еще и спрашивают. Да, конечно, начать. Я, правда, не помню, а в релизной версии... А в релизной версии был русский язык или нет? Блин, я помню, как я давным-давно... Игра... Ёбана, это что за червяк Терентий такой? Я мышкой здесь шевелить сейчас не могу. Я с этим червяком сбился с мысли. Так вот, я помню, как я давным-давно брал аккаунт на PlayStation, чтобы поиграть в эту игру. Я играл около недели, потом все-таки чуть-чуть подзабил фиг. Так, где же там, чтобы пропустить... так, давайте тап пропустить. Так, стоп, а что нам надо делать? Так, а куда мне идти? Стоп, подожди. Экзокостюм, звездолет в недосягаемости. Стоп, стоп, так, натрий, не то натрия или ионная батарея. Так, начните сканирование С. Сканер критически поврежден. Ферритовая пыль. Окей. Так, добыть небольшие камни. А, ферритовая пыль, это как раз чтобы это... Да-да-да-да-да, чтобы сканер починить. Ох ты ж, блин, как я давно вот этой вот херней не занимался. Просто стоять, херачить лазером. А мне интересно, а вид от первого лица? Так, устранить повреждение сканера. А, продолжить. С. Ну, критические повреждения. Так, откройте инвентарь с помощью Tab и отремонтируйте снаряжение. Ремонт. Ну да. А, во. Вот эта вот часть у меня повреждена. Все. Технология восстановлена. Так, сжатый углерод, углерод. Блин, с одной стороны, вроде все как бы знакомо, но с другой стороны, все это настолько я уже забыл, что не знаю, что да как. Так, начните сканирование. Так, неопознанный материал, ферритовая пыль, натрий, калия. Так, а мне, скорее всего... Так, тихо. Мне надо, блядь, вот это вот, что ли? Да, блядь, иди нафиг, я к натрию этого иду. Тихо. Блядь, где? Где? Блядь, ферритовая пыль. Господи, как вот эту вот защиту-то пополнить мне? Так, надеть надрез с помощью калия. Ой, этого, с помощью сканера. Где-то тут. Где-то тут. О, натрий. F. Е, давай. Так. Идем сюда. Зарядить. Да. Все, сюда. Фух. Технология заряжена. Это хорошо.
Я лучше немного пособираю феррита. Так, обнаружен аварийный сигнал с автоматического передатчика. А, ну то хорошо, пошли туда. Стоп, а где наш этот корабль? Я вижу там какую-то станцию. Я вижу там какую-то станцию. Но я не знаю, где наш корабль. Ой, блядь. Ладно, я лучше... Лучше чуть-чуть подавлю. Так, узнать, чтобы больше, нажмите Escape, основ навигации. Доберитесь до отмеченного сигнала. Используйте реактивный ранец. А, окей, я понял. Реактивный ранец. Ну, я хотел бы вот туда. Блять. Так, регенон планеты Анак. Мне показалось то, что там не Г последняя, а Л. Так, кристаллы Диогена. А, дигро... Дигроген. Так, а что это за станция такая? Так, а где вот этот вот мне этот? Натрий, каль... А, вон, я вижу его. Я его вижу. Но мне интересно, а вот на этой базе будет что-то или не? Потому что я, судя по всему, успею и сюда смотаться. Посмотреть, что тут да как. И заодно, 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 заодно. Так. А, то есть на этой базе мы можем стабилизироваться. Так. Зашифрованы навигационные данные. Нам получено нанитов 15. Что тут еще есть? Так, а можно сделать как-то от первого лица камеру? Так, цели, каталог, путеводитель. Стоп, а где... путеводитель, бой, журнал, важные этапы, открытие, каталог. Стоп, а как мне сделать камеру от первого лица? Окей. Окей. Так, журнал, каталог. Блять, а где настройки? А где настройки, чтобы все тут настроить, чтобы... все было как по маслу. Окей, ладно. Ладно, фиг с ним. Пошли тогда на этот сигнал. Так, стоп, а это что? Вызвать звездолет. Требуются одни навигационные данные. Ясно, понятно. Ладно, пошли тогда туда. Стоп, а почему? А почему у меня вроде как здоровье сейчас улучшало? Ой, это не улучшалось, а уменьшалось. Так. Можно эту подобрать? Нет. А забрать с собой? Забрать с собой, пожалуйста. Так. Это что? А, предложить еду. Дать питательные гранулы, нифига себе. Это что такое? Блин, суровые челябинские тараканы тут поползли. Вот, к сожалению, я сейчас даже не могу настроить уровень музыки. Я не знаю, может быть, F1 или F2, или... Какого хрена? Так, технология, груз, мультитул... Чё-то как-то... Хрен его пойми. Что? Как? Куда мне нажимать? Но единственное, что я знаю, то, что надо бы вот сюда, на сигнал бедствия. Ага, тут, видимо, чья-то станция, да? А, и как раз-таки звездолёт. Так, а что это такое? Итерация? Что? Сценарий. Итерация удалена. Возможно, ошибка. Разделение границ. Сосуд 16 опустошен. Причина вторжения стражей. Намеренная передача. Анализ. Создана новая итерация. Система сдерживает аномалии. Приостановлена. Транслировать. Получен сигнал. Обнаружен страждущая аномалия. Аномалия отступает.
Положение зафиксировано. Инициативная проверка целостности системы. Ладно. Ладно, а тебе? А что надо? Так, столб лучезарный. Так, итерация. Действует. Подключение к атласу. Неустойчивое. Взлетные ускорители. Отключены. Импульсный двигатель. Отключен. Нахожусь на неизвестной планете, без снаряжения, в полном одиночестве и в серьезной опасности. Я не могу вспомнить, какие обстоятельства привели меня сюда. Собственно, я вообще ничего не помню. Вот оно, утро 1 января у половины людей мира. Просто, какие обстоятельства привели тебя в Челябинск? Что ты тут забыл, фиг его пойми. По крайней мере, этот корабль, кажется, меня узнает. По нуль правления реагирует на мои прикосновения. Или на мой экзокостюм. Я еще не на том свете. И этот корабль мой спасательный круг. Мой билет к звездам. Так, это мой спасательный билет к звездам. И тут у нас выбор, прочитать журнал и подключить экзокостюм. А давайте подключим экзокостюм. А журнал 4925А, нет доступа. Замещение данных. Экзокостюм. Подключен. Предложение пилоту стоит регулярно выполнять ремонт. Выберите желаемый путь ремонта. Отремонтировать систему корабля. Вот, отремонтировать. Протоколы саморемонта. Запуск. Так, импульсный двигатель, критические повреждения. Так, герметик, металл, обшивка 0 из 1. А, взлетные ускорители получили критические повреждения. Нажмите Z, чтобы выйти. Точка восстановления сохранена. Рекомендация. Отремонтируйте двигатели корабля. Для ремонта звездолета требуется набор произведенных товаров. Требобытых и продвинутых очищенные субстанции. Так, почините импульсный двигатель, металлическая обшивка. Стоп, а... так, поврежденный контейнер. Так, ржавчина. Ну, я не знаю, может быть, она нужна будет. Так, быстрое перемещение, выбросить. Так, как за костюм? Давай вот это вот. Забираем отсюда. Такс. Поврежденный механизм. Такс. Экзокостюм, разумеется. Так. И. Так, лампа. Флаг тут развивается. Так, осмотреть. Так, требуется Атлас Пас 1. Угу. Так, ферритовой пыли. Подожди. Создать. И создать вот это. Так, не то. Не то. Надо мне это вот так. Сюда. Затем это все сделали. Так, и что мне там еще надо? Мне нужно. Так. Герметик. А герметик из чего делается и где? Подожди. Такс. Батарея, это не то. Снаряды. Углеродные нанотрубки. Так, подожди. А герметик-то где? Как его создать?
Так, ремонт звездолета частично завершен. Поднимитесь на борт и проведите диагностику корабля. Я понял. Сейчас поднимемся, произведем диагностику. Так, итерация 4924G функционирует. Критическое повреждение звездолета отсутствует. Важные составляющие. Невозможно синтезировать требуемые компоненты. Для работы импульсного двигателя требуется герметик. Так, попросить помощь. А, при анализе итерации поблизости обнаружен герметик. Извлеките планетарную карту из ячейки аварийного маяка. Ага, все, я понял. Так, ремонт звездолета, сбор материалов. Найди запасы. Окей. Почините импульсный двигатель. Ага. Все, я понял. Выходим отсюда. Так, итерация. Такая-то, такая-то. Так, заглядываем в корпус маяка. Он способен... Так, планетарная карта. Забрать планетарную карту. Так. А... Получен планетарная карта. Нажмите Tab, чтобы посмотреть данные. Наведитесь на карту и нажмите... Так, нажмите Е. Ага, и мне надо... шарашить туда. Я понял. Я понял, принял. Ладно. Пошли. Потихонечку сейчас дойдем. Но вот именно вот таких вот квестов я что-то не особо помню. Я помню, мне показывало то, что корабль в херовом состоянии, показывает, какие материалы нужны, а дальше... Да, дальше разбирайся как хочешь. Так, мне интересно, а для улучшения... так, перемещение технологии. Не, это сюда. Ладно. Понял. Поднимаемся. О, там еще корабли летают, ничего себе. Блин, игрушка чем-то напоминает спор. Только нигде ты дофига времени эволюционируешь, а там амебов еще. Ага, приближается буря. Ну, я надеюсь, то, что да... Бля... Мне кажется, то, что сейчас жопа может быть. Или то, что будет мне жопа. Ладно, пока я иду, я пособираю материалы. И... Давай. Вот. Бля, радиация-то как повышается. Так, укройся в пещере или здании. Сканер С. Пещера либо здание. Блять, где мне укрыться? А где укрыться-то? В пещере либо здание, где? А, так, чтобы найти натрий. Перезарядка сканера. Блять, натрий там. На уровне 50%, я знаю. Блять. Давай, натрий. Сканируй. Опа. Здесь. Вот она. Вот он, этот натрий. Блять. Мне кажется, он что-то далеко находится. Так, подожди. А я могу что-то... Так, блядь. Подожди. А, блядь, она падает, пока я стою в это, в инвентаре, а? Ничего себе. Так, сойди нахер. Натрий. Блядь, где натрий? Натрий. Так, блядь, натрий. Все. Так. Блять, где? Ёбана, ёбен-бобен. Так, где? Где это говно, куда мне надо идти? Я даже не понимаю. Так, в пещере или задание?
Зарядитесь натрием систем от вредных факторов. А где, блядь, эта пещера либо здание? У меня вот такой вопрос. Блин, что-то персонаж очень-очень слабо как-то бежит. Давай, давай, побыстрее. А, то есть, когда я дошел до укрытия, все, буря заканчивается. Замечательно, мне это очень нравится. Блять, у нас здоровье как-то ухудшается. Так, а можно как-то... так, энергия, зарядить. Так, кислород, жизнеобеспечение, диоксид. Естественно, у меня ничего из этого практически нету. Так, поврежден механизм. Так, это вот сюда. Выходим отсюда. Так, стабилизируется, это тоже хорошо. Блин, на самом деле мне бы хотелось вот не вид от третьего лица, а с видом от первого лица походить, побродить. Так, зашифрованы навигационные данные. Так, доберитесь до отмеченных координат. Планетарная карта использована для прокладки. Стоп, а я уже добрался. Ага, я уже добрался до сюда. В чем проблема? Так, тут ничего. Тут ничего. Стоп, а я добрался сюда. Что? Что мне надо тут сделать? А, вот, голографический архив. Возможно, это. Открывается архив. Журналов повреждено. А, 6 из 7 журналов повреждено. Воспроизведение записи хрен пойми какой. Никто. КЗКЗК. Делаю запись на случай КЗК. Приходится покинуть КЗК. Случай... А, внутри фабрикатора КЗТ может пригодиться КЗТ. Виза поврежден, КЗТ. Не могу найти корабль. Забрать припасы. Естественно, нахер я сюда шел. Так, теперь у меня есть герметик. Окей, это хорошо. Так, проверить передачу запасов. Получен герметик, вернитесь и продолжите ремонт. Все, я понял. А, насчет пещеры мне, скорее всего, вот на это указывал, да? Ладно. Пещерная тыква. Опасная флора. Кислород. Так, сканер. Так, а где... А где корабль? Так, оружие разряжено. Ай, кислород. Блять, а где вот это вот оружие зарядить? Так, ладно, я лучше себе восстановлю сейчас вот это вот. Так, технология заряжена, это тоже хорошо. Так. Технологии, груз, общие. Так, мультитул. Так, углерод. Вот. Технология заряжена, это самое главное. Так, а где корабль? А, вон он. Вон он, видно его отсюда. Так. Сканер. Что тут здесь поблизости? Ничего, практически. Так. Опаньки. А эти кристаллы нужны будут или нет? Возможно, они мне нужны будут когда-то, но для этого, на всякий случай, я их лучше возьму. Для этого возможно. Так, ферритовая пыль. Стоп, а где насчет кислорода? А, во, богатое растение кислородом. Ладно, я думаю, то, что на местную фауну лучше не глючить.
Ладно. Пошли к кораблю. Состояние систем жизнеобеспечения падает. Блин, тут некоторые ползают, некоторые летают. Что это вообще такое? Что ты такое, мать твою? Ладно, хорошо то, что они на меня не нападают. Это самое главное. Так. Корабль находится где-то... По идее, вон там, да? О! Ничего себе! Какие-то челики опять полетели. Я все-таки что-то тут помню, но что-то я в итоге и забыл. Но игра мне вот нравится. Вот мне всегда нравились игры, в которых какая-то вот такая вот умиротворяющая музыка. В которых ты просто идешь, что-то делаешь, да, и... Блядь, где корабль? А это тут что? А это от чего? От кого? Стоп, это что? О, богатая натрием, это мне нужно. На уровне 50%, да ща она зарядится. Ща она подзарядится. Так, надеюсь, то, что я верно бегу. В верном направлении. Сейчас починим корабль. Да, и можем пока что свалить нафиг отсюда. Регион планеты Анак 72-8. Так, нажмите Tab. Это герметик. И вернуться. Все. Взлетный ускоритель, критические повреждения. Так. А, критически повреждена, чистый феерит, диагеновый гель. Окей. Так, сейчас мы тогда вот это вот создадим. Диагеновый гель. Так, звездолет. Затем. Вот, а, не, это у меня просто феерит. Так, вернуться. Все. Продолжить. Нажмите Tab. А, металлическая обшивка сейчас будет создана. Так. Соберите кислород. Ага, все, я понял. Мне нужен кислород. Натрий, натрий. О, кислород. Здрасте. Я надеюсь, то, что он тут близко, а недалеко где-то в жопе находится. Ну, сколько я понимаю, то, что это... А, не. Не, это... Это можно просто взять, а это можно разрушить и взять с собой. Так, 29%. Ой, я вижу кислород прямо около корабля. Так, подожди. Поврежден контейнер. Атлас Пас 1. А что это за Атлас Пас 1? Что это? Мне сейчас пока что самое главное отсюда взять кислород и улететь. Я что-то не понял сейчас. Типа, что с камерой? Ладно. Понятно. А, так, требуется продвинуть материалы, чистый феерит. Разместите. Так, пока я лучше сюда
Разместите портативный очиститель, чтобы открыть ми... так, нажмите Е, чтобы выйти. Мне самое главное, чтобы у меня чуть-чуть подзарядился этот. Так, нажмите Z, портативный очиститель. Так, портативный очиститель. А, затем... затем феерит. А, и что тут еще? Углерод. Давай, начать. Блин, сейчас пару минут, да и все будет... А, даже 5 секунд. И все будет готово. Стоп, а этот портативный очиститель можно будет с собой же забрать, да? Так, как за костюм? Все. Так, а можно портативный очиститель? Окей. Вот так, отремонтируйте взлетные ускорители. Так, все. Все, вернуться. А, так, нажмите, чтобы подобрать. Все, забираем. И погнали нафиг с этой планеты. Так, ищите, нажмите V, чтобы взлететь. Во. Все системы исправны. Ищите ответы среди звезд. Погнали. Стоп, а мне интересно, а... А, нет, DualSense тут не работает. Все, уходим теперь нафиг отсюда. iSpace, что-то там... то ли девятая... А, девятая какая-то система. Так, совершен выход на орбиту. Проверьте систему звездолета. Управление полетом и реактивной тяги. W. Ну. Все пока что нормально. Так, проверьте систему звездолета ускорения с помощью левого шифта. Держи спэш, чтобы проверить работу импульсного двигателя. Все, проверил. Так, ходящее сообщение, частота. Чтобы ответить, нажмите X. А, коммуникатор звездолета. Подожди, что? Коммуникатор звездолета. Входящее сообщение. Источник 4950. 4925 вы. Пожалуйста, назови себя. КЗКТТ. Я КЗ... КЗЗКТТК. Так, представьтесь. Ты не... КЗКТТ? В одиночестве? Следую за... Трансляция прервалась. Так же неожиданно, как и началась. Последний фрагмент сигнала похож на координаты планеты. Ввести координаты. Так, навигационные данные. И куда мне тогда? Так, и куда? Туда? Куда? Я что-то не могу понять, куда? А, во, все, вижу. Так, до прибытия 2 часа. Ага, 19 минут. А что, если вот так, то сколько до прибытия? 46, 45, 44. Ну, где-то около минутки. 40 секунд, и уже будем на планете. Правда, у меня это топливо не бесконечное, но... в принципе... в принципе... за 27 секунд, я думаю, то, что топливо не кончится... можно долететь. Вот единственное, что я бы хотел, это на планете, когда я брожу, вид от первого лица.
а в космолете, чтобы была возможность сделать вид от третьего лица. Вот это вот было бы прям замечательно. Так. Ладно. Еще на чуть-чуть. Все. Все, летим. Аккуратно. Потихоньку. Входим в атмосферу. Так, источник где-то вот в этой стороне. Так, примерно местоположение. Так, стоп, 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 стоп. Так, другое место выполнения задания. Приземлитесь, чтобы начать поиск. Бля, а как? А, к источнику снизьте скорость. Приземлитесь, используя Z. Так, давай. По чуть-чуть в ту сторону. Так, зона высадки занята. Да ты охерел? В смысле занята? Так, вот сюда давай. Запущен процесс приземления. Вот. Так бы сразу. Так, точка восстановления сохранена. Пхара Омега. Айсипере 9. Новое открытие. Блять, это что такое? Неопознанное растение, кислород. Так, а... Чтобы активировать разведку цели в анализирующем визоре, F. Визор не установлен. Стоп, а... А куда... Что мне надо делать? Я что-то почти совсем ничего не понимаю, но... Это занятие какое-то... Ну, интересное. Так, кислород сюда. Так, активируйте разведку. F. Анализирующий визор не установлен. А как же так? Портативный очиститель. Стоп, а может быть это на корабле мне надо сделать? Так, ну... Я что-то не могу понять. Я же вроде как... В том месте, где мне надо стоять или нет? Так, ладно, давай сейчас взлетим. Так, и где мне надо бы быть? Ага, вот сюда. Так, давай. Тихо, блять. Все, вниз сажайся. Блин, я охренел, насколько сложно этим кораблем управлять. Ну, немножечко не так, но пойдет. Так, дозаправить взлетный ускоритель, используя взлет топлива для... Стоп. А, звездолет, взлетный ускоритель. Уран. Поздравляю, у меня его нету. Так, а... Натрий. Окей, я понял. Так, сладкий корень. Ну вот я нажимаю В. Анализирующий визор не установлен. Какого хрена? Может мне что-то надо сделать или что? Я просто сейчас без понятия.
Анализирующий визор. Что-то как-то вообще ничего не понимаю. Ладно, я думаю то, что на этом мы вот эту вот серию по No Man's Sky... Нихуя себе, это что это? Это кольца этой планеты, ничего себе. Я думаю то, что мы первую серию по No Man's Sky здесь закончим. Я не знаю, будут ли еще серии по этой игре. Или, возможно, я когда-нибудь стрим по ней проведу. Но мне интересно разобраться, что тут да как. Блин, планета прикольная, но как включить настройки? Вот, я нажимаю Escape. Ни хрена я не вижу. Может быть, я слепой, я не вижу, где что да как. Может быть и так. Но с этим еще мне надо разбираться. Так что на этом все. С вами был Найт. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, делитесь видео с друзьями. И всем до скорых встреч. Всем удачи, всем пока.